Первый отраслевой фестиваль авторской песни и поэзии городов Росатома. Уран-235. Не боги, человеки, привыкшие к труду, и жить еще в надежде до той поры пока атланты небо держат на каменных руках. There's no going back to our summer again. Огонь и вода, мы живы порой надеждой одной, что если беда, то легче, когда ты рядом со мной, я рядом с тобой. Вот то, что манит на этот фестиваль, это и, конечно, удивительное жюри нашего фестиваля. Давайте им поаплодируем. А второе, я думаю, что мы очень правильно выбрали место для проведения фестиваля атомной отрасли, потому что вот так, как встречают здесь, в Сосновом Бору, не встречают больше нигде. Спасибо вам большое за это. А я еду за туманом, за мечтами, за запахом тайги. Итак, закончился еще один конкурсный день, и давайте поприветствуем, поддержим аплодисментами всех участников нашего фестиваля. Выступления все были яркие, интересные, и я надеюсь, у всех была возможность послушать друг друга, у всех была возможность насладиться прекрасной погодой, посмотрите на небо, такое оно чистое, солнце светит, ветра нет. Я думаю, что это на природу действует авторская песня. Вы со мной согласны? Скажите, у вас хорошее настроение сегодня? Ну что ж, у нас буквально последнее приготовление, несколько минут осталось, а я бы хотел спросить наше дорогое, уважаемое жюри, как им судилось на этом фестивале, какие впечатления, ведь участников было достаточно много, какие эмоции, впечатления, поделитесь, пожалуйста. А что-то более конкретно? Замечательный был конкурс, замечательный день, очень много интересных людей, очень много интересных детей, очень много интересных поэтов. Но мы вот сидели на одной мастерской, вот, я думаю, что результаты сегодня все узнают вечером, кто прошел следующий тур, и будут радоваться. Поаплодируйте, дорогие друзья. Ну, я как профессиональный военный с двумя высшими образованиями хочу сказать, что была сегодня тяжелейшая задача в моей жизни, несмотря на то, что я 3 раза в Сирию ездил, 2 раза в Донецк, но это все были легкие прогулки по сравнению с потрясающим уровнем людей, которые сегодня сюда приехали. И огромное спасибо этим людям за их творчество, за то, что мы не смогли всем дать первое место. Вы уж нас простите, ради Бога. Огромное вам спасибо, низкий вам поклон. Вы знаете, меня поразил уровень, потому что я не была в прошлом году, а в этом году уровень просто был на несколько порядков выше, чем 2 года назад. Спасибо вам большое за то, что вы так хорошо подготовились, и огромная радость – это наши гости из-за рубежа. Большое им тоже спасибо. Приезжайте к нам еще. Я полагаю, рано подводить итоги. У нас еще 3-й тур впереди. И тем не менее, самая главная идея этого замечательного фестиваля, это вовсе не спортивное, то есть спорт – это замечательно, атомный спорт, это просто не спортивное состязание авторов между собой. Это не деление мест на первое и второе. Это общий песенный праздник городов Росатома, и я считаю большой честью, что меня пригласили в этом празднике участвовать. Спасибо!
Ну какой же праздник без вас? А мне хочется сказать, что география наших участников, наших конкурсантов обширна. Я буду объявлять города нашей страны России, а потом объявлю страны, которые также участвуют, ведь в этом году фестиваль вышел на международный уровень. У нас появились участники из других стран. Ну а сейчас я буду объявлять города, и если участники здесь в зале, вы как-нибудь подавайте знаки, машите, кричите, хлопайте. Ну и, дорогие зрители, поддержите аплодисментами наших участников. Итак, в этом году на наш фестиваль приехали гости из Балакова, Билибина, Волгодонск, Десногорск, Димитровград, есть, отлично, Железногорск, Заречный Пензенской области, есть, Заречный Свердловской области, Зеленогорск, Курчатов, Лесной, Нововоронеж, Новоуральск, Обнинск, Озерск, Полярные Зори. Есть обширная поддержка, я так понимаю, приехала с нашими конкурсантами. Рославль, Саров, Северск. Есть Снежинск. Северск. Трехгорный. Удомля. Ну и никому неизвестный маленький город Санкт-Петербург. Ну и, конечно же, наша любимая, обширная, прекрасная Ленинградская область. Деревня Москва. К сожалению, не приехала в этом году. Я думаю, нужно обязательно пригласить на следующий год. Ну, вы же не конкурсанты. Ну, в следующем году обязательно. Ну, и, конечно, я хотел бы, чтобы вы отдельными бурными аплодисментами поддержали гостей из других стран. Потому что, вы знаете, очень приятно, что фестиваль проходит у нас вне политики и вне новостной ленты. Очень здорово, что они к нам приехали. Итак, приветствуем гостей из Испании, из Республики Казахстан, прекрасная Сербия, Украина, Республика Беларусь, Армения. И замыкает этот список Венгрия. Ну что ж, всех участников я представил. Всех мы буквально одна минута готовы начать наш концерт. Скажите, у вас сохранилось еще порох в пороховницах? Есть хорошее настроение? Ну что ж, я думаю, мы готовы начать обратный отсчет. Ну, давайте, наверное, потомим людей. У нас сегодня прекрасная погода. К нам еще подтягиваются зрители. И если меня слышно на территории нашей фестивальной территории, я прошу всех гостей сейчас оказаться у центральной сцены, потому что нам дорог каждый зритель. Нам нужны ваши бурные аплодисменты, ваша поддержка, ваши улыбки. И мы хотели бы, чтобы все гости, которые сейчас присутствуют на территории лагеря «Чайка», были здесь сейчас с нами и подошли к центральной сцене, потому что нам не хочется начинать, если вдруг кто-то запоздал. Ибо зритель — это самое дорогое, что есть у артистов, которые сегодня будут на этой сцене петь для вас. Друзья мои, мы просим сейчас всех еще раз собраться у центральной сцены, потому что буквально через несколько минут мы дадим обратный отчет. Максим, я думаю, что будет абсолютно правильно, если мы сейчас совместно с сидящими в зале благодарными зрителями, те, кто, как короли, пунктуальны, отрепетируем обратный отчет. Начнем, наверное, с цифры 10. Да, отличное предложение. Да. Друзья мои, давайте все вместе попробуем вспомнить урок математики в школе. Я думаю, что все присутствующие имеют высшее образование и несколько высших образований. И уж точно умеют читать до 10 и обратно. Давайте попробуем посчитать 10, 9 и так далее до единицы. Это просто репетиция. И 10. 9. 8. Вот мне не нравится сразу, понимаешь? Я вот сразу недовольна. Мне кажется, что нас всех объединяет любовь к авторской песне. Нас всех объединяет любовь к авторской поэзии. А можно всех вот попроситься вместе, чтобы это было слышно, чтобы все ближайшие микрорайоны услышали, что мы здесь, и мы готовы начать. Давайте еще раз. И 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
Один! Начали! На сцене, друзья мои, начинается церемония открытия концерта нашего. Ура, друзья мои! Ура! Аплодисменты! Сидоров, музыкальный цех. Ну что вы, народ собрался, что вот какие-то марши. Давайте то, что репетировали месяцы напролет. Авторская песня, трогательно, лирично, задушевно. Зал нас поддерживает и аплодирует. Петров, с третьей цифры. Раз, два, три, начали!
друзья! Мощно, звонко, весело, талантливо, искристо и озорно! Мы начинаем собрание на заводе «Чистая энергия». Дорогие друзья, заводчане, завод по производству лучшей, экологически чистой продукции авторской музыки и поэзии бесперебойно трудился весь год. И вот он, долгожданный день общего собрания. День, когда мы собираемся всем трудовым коллективом нашего завода «Чистая энергия» в актовом зале нашего прославленного предприятия. Так трубите трубы, бейте литравры. Ура, оркестр, отбивка, зал аплодирует. Аплодирует, аплодирует, аплодирует. Благодарю инструментальный цех. Пожалуйста, покидайте сцену и присаживайтесь в актовом зале. Спасибо. Ну, давайте поддержим бесперебойное производство новейших образцов авторской поэзии и песен. Сохраним и приумножим золотой запас, созданный мастерами нашей отрасли. Ура мастерам! Дорогие друзья, позвольте представиться. С вами сегодня начальник музыкального цеха Аграфена Петровская. Спасибо. И начинающий, но подающий надежду, в общем-то, молодой и подающий огромную надежду и Соколов, молодой... Соколов, ты просто пока что стажер на нашем заводе. Мой стажер и соведущий Максим Соколов. Дорогие друзья, товарищи, какой у нас с вами мощный завод. Это надо столько лет бесперебойной работы. Выпускает важнейшую для страны продукцию. И какую продукцию? Какого качества? Эта продукция востребована в каждой семье, во всех городах и селах. Ага, Соколов, кто там города и селы? Целые области не могут прожить без продукции нашего завода. Например, Соколов, Ленинградская область. Ведь именно на этой земле стоит наше прославленное предприятие, трубы которого выпускают в космос только положительные эмоции, чистые звуки и великую поэзию. Соколов, ты готов? Ой, не знаю. Будь всегда готов. У нас тайминг. Так точно. Дорогие друзья, на нашем собрании... Завода «Чистая энергия» вас приветствует Ленинградская область! Ladies and gentlemen, please welcome the governor of Leningrad region. Могу сегодня позволить себе обратиться к вам как коллеги, коллеги-артисты. Прошу к микрофонам. И так же, как духовой оркестр. Весело, звонко, талантливо, искристо и заорно. Я бы так сказала, ленинградский квартет – Ленинградские областные соловьи. Пойте. Спасибо, коллеги. Добрый вечер. Люди идут по свету, им вроде немного надо. Была бы прочна палатка, да был бы не скучен путь. Но с дымом сливается песня, ребята отводят взгляды, и шепчет во сне бродяга, кому-то не позабудь. Но с дымом сливается песня, ребята отводят взгляды, и шепчет во сне бродяга, кому-то не позабудь. Они в городах не блещут манерой аристократов, но в чутких высоких залах, где шум суеты затих, страдают в бродяжьих душах бетховенские сонаты и светлые песни Грига переполняют их. Люди идут по свету, слова их порою грубы. Пожалуйста, извините, с усмешкой они говорят, но нежную прелесть песни ласкают сухие губы, и самые лучшие книги
они в рюкзаках хранят. Выверен старый компас, получены камни и кроки, и выштопан на штормовке лавины предательский след. Счастлив кому знакомо щемящие чувства дороги. Ветер рвет горизонты и раздувает рассвет. Счастлив кому знакомо щемящие чувства дороги. Ветер рвет горизонты и раздувает рассвет. Друзья, спасибо. Мои, я прошу всех зрителей, которые у нас находятся на задних рядах, подтягиваются ближе, ближе к нам, потому что нам дорог каждый зритель. Ну что, Соколов, я думаю, что пока наши музыканты готовятся, самое время поименно представить их. Безусловно. Итак. Анна Данилюк, председатель комитета административного управления и протокола губернатора Ленинградской области. Chairman of the Committee of Administrative Control and Protocol of the Governor of Leningrad Region. Лира Бурак, председатель комитета по местному самоуправлению. Chairman of the Committee of the Local Administration, Interethnic and Intercultural Relations. Сергей Выликженин, председатель комитета по здравоохранению. Chairman of the Committee of the Public of the Leningrad Region. Александр Тимков, председатель комитета государственного жилищного надзора. State Housing Supervision and Control of the Leningrad Region. Друзья мои, ну вот уже преображение. От вас песня, прошу. Мечтами и
за запахом тайги. У нас какая Ленинградская область! Браво, вы наши соловьи! Но, товарищи, коллеги, давайте-ка от песни к словам. Прошу к микрофону. Дорогие друзья, позвольте от имени и по поручению губернатора Ленинградской области поприветствовать вас на нашей талантливой ленинградской земле. От лица правительства Ленинградской области искренне приветствую организаторов и участников 4-го международного открытого фестиваля авторской песни и поэзии У-235 Государственной корпорации по атомной энергетике «Росатом». От нашего региона большая честь принимать у себя талантливых энтузиастов бардовского движения из атомоградов России и зарубежных стран. Со старших уже легендарных времен физиков и лириков многие талантливые именно ученые физики, ученые-атомщики, специалисты атомной отрасли не раз доказывали, что они могут быть и прекрасными, и лириками, и поэтами, людьми, тонко чувствующими нерв эпохи, способными творить не только в науке, но и в поэзии. Проводимый госкорпорацией «Росатом» фестиваль доказывает, что традиции авторской песни до сих пор живы и бережно поддерживаются молодым поколением исполнителей. Желаю фестивалю открыть как можно больше талантов, его участников обрести новых друзей и сохранить самые лучшие воспоминания о пребывании в нашей Ленинградской области. С уважением, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко! Спасибо! Коллеги, желаю... Благодарю, мы это оставим здесь, в нашем собрании, на столе. Я бы так сказала, только в рамках сегодняшнего собрания. Творческих успехов вам. Закрывайте двери. Это было прекрасно. Абсолютно. Ну что, наше собрание в самом разгаре. И я думаю, Соколов, сейчас самое время отправиться на производственные мастерские. Для того, чтобы встретиться, конечно же, с мастерами. Кто, как говорится, трубит на заводе не один десяток лет. А я знаю такого мастера, он не трубит. Нет, нет, он не трубит. Он филигранно трудится, зачитываю, чтобы не ошибиться в цифрах. 200 изобретений в цеху песен и около 500 поэтических патентов. Миллионы слезинок и улыбок от его поклонников. А она обладательница дивного голоса и чуткой души. Дорогие друзья, приветствуйте. Вадим Егоров и Веста Солянина. Дорогие мои, нам очень подфартило. Наш фестиваль проходит в безоблачном небе. И тем не менее я выбрал сегодня для этого выступления песню, которая называется «Облака». Потому что где мне ее петь, как не на вашей прекрасной, но многострадальной земле? Над землей бушуют травы, облака плывут, как павы, а одно. Вон то, что справа, это я, это я, это я. И мне не надо славы, ничего уже не надо мне и тем плывущим рядом. Нам бы жить, и вся награда нам бы жить, нам бы жить, нам бы жить. А мы плывем по небу, эта боль не убывает. Где же ты, вода живая? Ах, зачем война бывает? Ах, зачем? Ах, зачем? Ах, зачем? Зачем нас убивают? А дымок
над отчей крышей все бледней, бледней и выше. Мама, мама, ты услышишь голос мой, голос мой, голос мой. Все дальше он и тише, а мимо слез, улыбок, мимо облака плывут над миром войско их, не предел облака, облака, облака. И нету им предела, облака, облака, облака. Здравствуйте, любви, уважения и долгих лет яростной такой творческой жизни этому замечательному фестивалю. Владимир Горов, «Патриаршие пруды». Патриаршие пруды, утки около воды замерли. Ветер песенку поет, уткам грезится полет за море. Уткам скоро улетать, здесь так холодно и так голодно. Над прудами тает день, витает тень Воланда. К патриаршему пруду на скамеечку приду, к бабушкам. Ни русалок, ни наяд, лишь стареющий ноябрь рядышком. В свете меркнущего дня вдруг опутает меня оторопь, и проступит из воды бывшей козьей слободы контуры, контуры. И уже я не живу, и как будто наяву снится мне, что, летя в желанный ад, Маргарита кружит над Сивцевым. Хвост поднявшись, словно меч, бегемот толкает речь тронную. И прогнулась у стены под пятою сатаны бронная. От подобнейших чудес, может, кто бы и полез на стену. Для меня же благодать, да вот только не видать мастера. В той долине теневой, да прибудут для него зорькою. Патриаршие пруды, как награда за труды горькие. Где ко сну красный по небу мазнул пастою, оградят ли от беды патриаршие пруды нас с тобой? Оцарапав, как иглой, что-то на сердце легло камушком, то ли вспомнил про дела, то ли масло. Ну вот, теперь я знаю, если вдруг найдется какой-нибудь режиссер и предложит мне роль Маргариты, я знаю, как она должна петь. Подождите, Вадим Владимирович, мне хочется вручить вам этот букет. И еще раз, потому что хороший человек должен принимать поздравления с днем рождения и не один день, и не один месяц. С днем рождения вас. 7 мая Вадим Егоров отметил свой день рождения. И это прекрасно. Ну, Соколов, давай, как репетировали? Раз мы оказались в мастерской, хочется увидеть начальника инструментального цеха.
Валерий Чечет. Под ваши аплодисменты появляется на нашей сцене. Добрый вечер. Поздравляю вас всех с фестивалем. Творческих вам всем успехов. Сейчас вот прозвучала песня «За туманом». Неделю назад Юрию Кукину исполнилось 85 лет. Еще одна его песня. Вот вы поверили в меня, а жаль мне. Я драгоценности менял на камни. Я забирался в небеса, я верил только в чудеса. А вы поверили в меня, а жаль мне. Я забирался в небеса, я верил только в чудеса. А вы поверили в меня, а жаль мне. Вот вы не верили в меня, а жаль мне. Вся жизнь моя у вас перед глазами, а жизнь лишь сигареты след на полированном столе. Исчезнет мир и стол в зале, а жаль мне. А жизнь лишь сигареты след на полированном столе. Исчезнет мир и стол в зале, а жаль мне. Вот вы поверили в меня, а жаль мне. Я море часто путал с небесами, искал я звезды в глубине, хотя не там бы надо мне. А вы поверили в меня, а жаль мне. Искал я звезды в глубине, хотя не там бы надо мне. А вы поверили в меня, а жаль мне. Спасибо. Я говорю? Ура! Вы говорите, Аграфена Владимировна. Аграфена Владимировна, скажите, пожалуйста, а как вы относитесь к служебным романам? Соколов, вы понимаете, что вы сейчас говорите на всю область? К служебным романам я отношусь положительно, особенно если служебные романы не мешают рабочему процессу. Они не только не мешают рабочему процессу, они... повышают производительность труда. Кто передовик? Не передовик, а передовица. Но не по романам, а по количеству созданных ею любовных строчек. Встречайте чудесную, прекрасную Наталью Кучер. Наталья Кучер! Звука нет? А, вот, есть. Как странен день, как ярок свет, в твоих глазах печали нет. И я иду, на сердце стук, все громче он, и я уже не слышу, как жизнь зовет меня назад. А я тону в твоих глазах, иду на свет, моя любовь дышит. Как страшно знать, что я проснусь, как сладок сон, я не вернусь. Останусь в нем еще на миг, коснусь тебя
а завтра будет легче. Нам не дано судьбу вершить, но я люблю и буду жить. Держи меня в своих руках крепче. В твоих глазах не гаснет свет, на мой вопрос не мой ответ. Я по нему найду тебя в других мирах, и я тебя узнаю. Нам рядом жить не в этот раз. Не отводи волшебных глаз еще на миг. Я все уже знаю. Как странен день, как ярок свет. Странен день, как ярок свет. Наталья, я вас люблю. Так, Соколов, это не по сценарию. Я забылся. Спасибо, спасибо. Дорогие друзья, а прямо сейчас объявляется производственное что? Гимнастика, правильно. Поднимаемся, мы засиделись, поднимаемся, поднимаемся. Пожалуйста, касается всех, особенно исходное первые ряды. Исходное положение, и ноги на ширине плеч. А что вы командуете? А что? Вас тоже это касается. Ноги на ширине плеч. Ладно, Соколов, ты сам нарвался. Ноги, товарищ, на ширине плеч. Вот, пожалуйста, демонстрируется модель. Можно я вас моделью назову? А я и есть модель. Вот, пожалуйста, смотрим. Ноги на ширине плеч. Исходное положение. Правильно. Руки согнуты в локтях на высоте груди. Я правильно все говорю? Да-да-да. Да. Левую руку, значит, вытягиваем, вытягиваем, вытягиваем. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Так. И? Ну что это? Ну что это такое? Ну где художественный образ? Вы не лирик, вы не лирик. Вот, вот, вот так, нет, ну это невозможно. Послушай, это Соколов, модель... Все, это производственная поза, а нам нужен драйв. Нам нужны, так сказать, новые введения. Нам нужен на самом деле Роман Ланкин с уральским приветом. Без ваши него аплодисменты. Никак, аплодисменты. Вот и размялись. Я все время жил в Сибири и никогда не знал, что это Урал. Ну, ладно. Подождите, Роман, что значит вы не знали, что это Урал? А дача ваша где? Так, пойте, у меня есть дача. Пойте, у вас после этого концерта будет дача. Хорошо. На Урале, как подсказывают коллеги, они-то знают толк. Приятно в Урале. Иметь дело с хорошими организаторами. Я хочу спеть песню Булата Акуджавы, которая называется «Говорили о служебных романах», а я хочу спеть песню, которая называется «Я пишу исторический роман» Булата Акуджавы. В склянке темного стекла из-под импортного пива роза красная цвела, гордо и неторопливо. Исторический роман сочинял я понемногу, пробиваясь, как в туман, от пролога к эпилогу. Каждый пишет, как он слышит, каждый слышит, как он дышит. Как он дышит, так и пишет, не стараясь угодить. Так природа захотела, почему не наше дело? Для чего не нам судить? Были дали голубы, было вымысла в избытке и собственной судьбы. Я выдергивал по нитке, в путь героев снаряжал.
поручиком в отставке сам себя воображал. Каждый пишет, как он слышит, каждый слышит, как он дышит. Как он дышит, так и пишет, не стараясь угодить. Так природа захотела, почему не наше дело, для чего не нам судить? Обман, замысел еще не точка, дайте дописать роман до последнего листочка, и пока еще жива роза красная в бутылке, дайте выкрикнуть слова, что давно лежат в копилке. Каждый пишет, как он слышит, каждый слышит, как он дышит. Как он дышит, так и пишет, не стараясь угодить. Так природа захотела, почему не наше дело, для чего не нам судить? Каждый пишет, как он слышит, каждый слышит, как он дышит. Гениально! После такого исполнения две дачи. Хорошо-то как! Хорошо-то как! Хорошо-то как, что завод наш в этом году уже начинает трудиться, так сказать, на международном уровне. Вот знаешь, Соколов, краткая такая справка из моей биографии. Был в моей жизни, вернее, нет, не в жизни, нет, в моей творческой жизни тоже один иностранец. Хороший такой парень. Познакомил нас с ним любовь и преданность к авторской песне. Вот ровно год назад, вот здесь, на этой самой сцене, мы с ним встретились. И вот так, плечом к плечу, слушали, смотрели, восхищались, пели вместе с ним. Ах, если б можно было время повернуть. Если б он появился, если б он смог вернуться, чертовы санкции. А, мне кажется, это вас. Это вас? Это он? Саш! Голубчик! Я знала, что авторская песня вне политики! Это произошло и случилось. Это просто, это магия. Авторская песня, они встретились! Мне напоминает... Джош Ланса, дорогой, проходи, чувствуй себя уже, собственно говоря, как дома. Мне напомнило эту сцену из «Титаника», буквально. Абсолютно. Вот на этом. Стул, да, тебе стул. Чай, кофе, коньяк, водка. Что ты пьешь сегодня? Вечер. Все пьешь уже? Сколько дней ты в России, что ты уже все пьешь? Соловей ты наш, Сосновоборский. Кстати, пой, голубчик. Давай я пел тебе песню про это. Про что, про это? Да, сейчас. There's some people here that speak English, right? Yes, all right. So, this is a song about... It's a drinking song, пьянство. And it's about two guys that have been arrested for drunkenness. And one guy is over here, kind of, he's falling asleep, and the other guy is trying to get them out of jail. But he's also very proud of how much he can drink. Начинай пить, хватит, что ты делаешь. Понятно вам, да? Хорошо, ясно, поехали. Считай по-нашему, мы выпили немного. Не вру, ей-бога, скажи, Серега. А если б водку к нас не запилок, то чё б нам было с трёх, с четырёх, с пяти бутылок? Вторую пили близ прилавку за куточки. Но это были
еще цветочки, потом скверу, где детские грибочки, потом не помню, дошел до точки. Ну еще бы, я пил из горочку, с устатку и не евший, но я как стекло был, то есть остекленевший. А уж когда коляска подкатила, тогда в нас было 700 нарыло. Мы, правда, третьего насильно затащили. Ну, тут промашка, тут, конечно, мы чуть-чуть переборщили. Чего вы говорите? А что очки товарищу разбили? Так то портвейном усугубили. Ну, товарищ первый нам сказал, что вы уймитесь, что не буянте, он говорит, как еще. Вы разойдитесь, вот. На разойтись я, кстати, сразу же согласился и разошелся, то есть расходился. Но если я кого ругал, крайте строго. Ну это вряд ли, я не ругаюсь вообще. Скажи, Серега, а что упал, так то от помутнения, орал не из горя, от отупения. Теперь дозвольте пару слов без протокола. Чему нас учить, так сказать, семья и школа? Что жизнь сама таких накажет строго, правда? Тут мы согласны. Скажи, Серега. Вот он проснется утром, протрезвеет и скажет: пусть жизнь осудит. Да, Серега, пусть жизнь накажет. Да, Серега. А вы отпустите, товарищ старшина, вам же легче будет. Ну, чего возиться, раз жизнь осудит. Вы не глядите, что Сережа все кивает. Он соображает, он все понимает. А что молчит, так и это от волнения, от осознания, так сказать, и просветления. Эй, не запирайте, люди, плачут дома детки, ему же в Химки, а мне же в Медведки. Да все равно автобусы не ходят, метро закрыто, такси не содят. Приятно все-таки, что нас тут уважают. Гляди, Серега, подвозят, гляди, сажают. Раз будет утренний петух про кукареков, сержант подымет, то есть как человеков. Нас чуть не с музыкой проводят, как проспимся. Я рубся начал, слышь, Серег, опохмелимся. И все же, брат, трудна у нас дорога. Эх, бедолага, ну спи, Серега. Браво! Браво! Такой американец трех русских стоит, браво! Джош, Джош, браво. I'm Max, Max. Do you know Таганка? Да! Юрий Любимов? Да, да. Алла Демидова? Да! Давид Боровский! Давид Боровский, да! Do you know самогонка? Ну, чуть-чуть. Знакомая идея. Go, go, пойдем обсудим. Пойдем обсудим. Пойдем обсудим. На троих, на двоих, троих. Пойдем. Так, Соколов, это мой парень. Иди со сцены, иди. Груша твоя. С кем я танцевала? Сейчас я потом поговорю. Аграфена Владимировна, вас к телефону. Что? Вас к телефону. А, да, секундочку. Срочно, срочный звонок. Срочный. Вы можете пока аплодировать. Алло, алло. Можете. Да. Сейчас что? Она буквально на две минуты. Что? Приедет? На одну. А, не приедет. А, пять минут подождать, конечно. Приедет? Приедет? Да, все-таки он приедет. А, что? Нет, все-таки не приедет. Или приедет? А, повисит на трубочке. На сегодняшний момент что приедет? А, все-таки не приедет. Или приедет? Ах, приедет. Конечно, спасибо. Мы так рады, что он все-таки к нам приедет. Соколов. Как репетировали? Он приедет. Как репетировали? Давай. Мыслитель, инженер человеческих чувств. Путем передачи сердечных токов через серебряные струны Александр Мирзоян!
Пока вы здесь настраивались все, я читал лекцию. И настроиться не успел. Поэтому сейчас у нас будет производственный процесс, а память у меня практически абсолютная. И я вижу всех, кто не пришел на лекцию. На следующий год, а может быть даже завтра, с родителями в тот домик. На стихи, по стихам, вернее, замечательного русского поэта Юрия Кузнецова. Такая русская, это не сказка, это был. Смертный стон разбудил тишину, эта муха задела струну, чем смутила покой моему драгоценному слуху. Я сказал, ну держись, коли так, и поймал в молодецкий кулак из окна залетевшую муху. Отпусти, зазвенела она, я летала во все времена, я всегда что-нибудь задевала. Я у дремлющей парки в руках твою нить задевала в потьмах, и она смертный стон издавала. Я стояла на Млечном пути, зависала на ловчей сети, я шаталась по нимбу святого, я на спящей царевне спала, я из раны отцовской пила. Повтори, я сказал это слово, отпусти, повторила она, кровь отца твоего слона. Но пьяней твоей бешеной славы я звенела во все времена, я ходила на все племена, я знавала пиры и канавы, я сражалась с оконным стеклом, ты сражался с невидимым злом, что стоит между миром и Богом. Я сказал, улетай, коли так, и разжал молодецкий кулак. Я уже догадался о многом. Держи его! Задержи браво, его! Браво, браво, аплодисменты! Мы просим вас не уходить, поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями от фестиваля. Да не надо делиться, я всем поделюсь. О. Я вас поздравляю с днем рождения. А теперь учись, и Соколов, мы как надо. Присоединяемся. А теперь учись, Соколов, как мэтром в любви надо признаваться. Наблюдаю. Я вас люблю. Я сейчас растаю. Запакуйте. Спасибо. Ходят, ходят, тут производственный процесс у них. Топчут мне. Топчут, рвут мне струны души. Ноги убери, убери ноги. Убери ноги, говорю. Слушайте, женщина, что вы тут, понимаете, позволяете себе? Вы вообще понимаете, что тут режимный объект? Тут, между прочим, люди трудятся с идеальным слухом и чувством юмора. У вас слух-то имеется вообще-то? Ой, тряпка у меня имеется. С Урала я. Ой, мгновенное косоглазие расправилось. Маринка, ты что ли? Так я, конечно. Марина, бросай ведро и швабру, ибо это не твой инструмент. Даю. Иди к гитаре. Друзья мои, Марина Дмитриева. Максим, прибери, пригодится, все в хозяйстве сгодится. Ох, красавица моя, родная, спой. Да так, ах, сама сейчас все сделает. Вот так напишет молодой человек ВКонтакте 24 лет. Марина, ты такая красивая. И достаточно Марине для песни. Три рюмки коньяка, и я люблю.
Люблю тебя, сказала осторожно, настолько осторожно, что легко пораниться об осторожно можно. Ну, а теперь немного о себе, о том, как в детстве шел мне сарафанчик, и как я в пионерию пошла, и как качелькой дал по носу мальчик. Мой внутренний большой богатый мир не может быть тебе неинтересен, а я еще немножечко пою, немножечко имею много песен, а я еще немножечко пою, немножечко имею много песен. Я третий час с тобой сижу вот тут, тургеневская девушка с Урала, а девушке с Урала не да, пока все про себя не рассказала. А девушке с Урала, а девушке с Урала, пока все про себя не рассказала. А как же тут расскажешь, хоть рисуй, каких-то 40 с хвостиком паршивым, порой хватает лишь на поцелуй. И только если я сама решила, порой хватает только, порой хватает только, и только если я сама решила. Я песни про любовь пою вообще, и про любовь я думаю чуть шире. Сегодня, Пашка, только 40 мне, мне 40, а тебе 24. Спасибо. Марина, вы меня узнали? Вы меня узнали? Это же я, Марина. Да, наконец-то, я писал, слава богу. Зигмунд Френд ВКонтакте, да, это я. И крепкий... Селфи с кумиром, селфи, подождите, не убегайте. Да, Соколов распоясался окончательно. Сфотографируй. Подождите, блок производственной гимнастики был до этого. Все, и Соколов... Соколов, вернись! Соколов, на место. Место. Вещай дальше. Марина Дмитриева, аплодисменты! Аплодисменты! Аграфена Владимировна, это счастье. Не бери жену на море, перелетная птица, хочется жить. И не спрашивай меня. У тебя все в порядке, Соколов? Собачий вопрос. У нас снимается кино, и не в силах я. А, я поняла. Ты цитируешь песни нашего белорусского гостя. Да. Александр... Нет, не Лукашенко. Александр Баль! Здрасте, добрый вечер. Привет вам с Чернобыльской земли. Они просили передать «Пойте, пойте, развлекайтесь». А песенка эта сантехническая трагедия, гитары нет, что-то с коммутацией. Сантехническая трагедия под названием «Запах». Я и так обычно сплю чахло, но тут не спал аж 3 ночи. Просто в кухне из трубы пахло, и не просто пахло, а очень. Мне в ЖУ сказали: фу, мелочь, будет вам специалист в помощь. Я ж не знал тогда, что он неуч, и не думал я, что он сволочь. Он вошел ко мне весьма бойко, он велел подать ведро живо. Забираясь под мою мойку, матеря мою трубу слива. И что держится она дряхла, и что сделана она в Польше. Из трубы, конечно же, пахло, но от слесаря куда больше.
Он с утра уже смочил губы. Я за смену у него третий. Со вчерашнего горят трубы. Недержанием грешит вентиль. Ну а гайки не из той меди. И болты не по резьбе стали. Ну а сам он как монах беден. И не против, чтоб чего дали. Что талант растрачен на мелочь. И что душит по ночам щелочь. Тут и понял я, что он не уч, но еще не знал, что он сволочь. В час, когда менялся день на ночь, он кувалдою в своих лапах раздолбал мою трубу напрочь и ушел, оставив свой запах. Я и так обычно сплю чахло, только лучше б из трубы пахло. Александр Баль! Вы знаете, Александр, вы можете спускаться, вы можете, я просто вот вам вслед в спину так просто кину вам одну реплику. Я чувствую себя сейчас не начальником музыкально-инструментального цеха, а Сарой Джессикой Паркер. И вы как будто бы мой мужчина мечты. Аграфена Владимировна, вы забылись, вас вся область смотрит. Вернее, уже посмотрела. Ну ничего страшного, знаешь ли, чувства... Чувство, весна, погода. А я заметил, на вас тоже влияет авторская песня Графина Ох, Владимировна. Милый мой, она на меня уже второй год как влияет. Ну что ж, Графина Владимировна. Да, Соколов, не тушуйся. Что происходит за сценой, понять не могу. Раз, раз. Внимание, внимание. Говорит военком завода «Чистая энергия» полковник Алинкин. Всем сотрудникам предприятия призывного... Непризывного и всех остальных возрастов, а также тем, кто закосил от армии, в течение 60 минут предписано собраться у столовой для отправки на военные сборы. Повторяю! Скажите, пожалуйста, а женщины что, тоже призываются? Женщины в походе, не помеха. Ну, за женщин. Музыка, отбивка, полковник Михаил Калинкин. В наш век высоких скоростей, где снисхождения не просят, где под ветрами разных бурь бывает трудно устоять. Мы покорители чертей Урана 238. Мы покорители чертей Урана 235. Они работать мастера без выходных или пособий, светить в полуночную мглу, вести по морю корабли. Они такое могут, брат, весь мир за 5 минут угробить, без всякой жалости и слез. А население земли — это наши с тобой берега, это наши и сказки, и были у чертей, чтоб пропали рога, и чтоб выросли белые крылья. У чертей, чтоб пропали рога, и чтоб выросли белые крылья. И теплым светом мир прошит, и за полярным кругом лето, и на ладонях твоих рук планета может отдыхать. И тонкость атомной души сравнима с тонкостью поэта, который в технике аккорд вложил гармонию стиха. Это наши с тобой берега, это наши и сказки, и были, хлопаем, у чертей, чтоб пропали рога, и чтоб выросли белые крылья. У чертей, чтоб пропали рога, и чтоб выросли белые крылья. И пусть политики игра
бросает влево или вправо, и каждый новый поворот дается слишком нелегко. И славный город Ленинград сверкает над моей державой, где Эрмитаж и летний сад освещены твоей рукой. И славный город Петербург живет в огне твоих оправе, где все дороги и дома освещены твоей рукой. Это наши с тобой берега, это наши и сказки, и были у чертей, чтоб пропали рога, и чтоб выросли белые крылья у чертей, чтоб пропали рога, и чтоб выросли белые крылья. Внимание! Завтра с 12 до 13 здесь состоится лекция о вреде курения и об отжимании. Кто не придет, будет отвечать. Аграфена Владимировна, вы запомнили, у вас сколько завтра лекция? Завтра в 12 часов, кто не придет, будет отвечать перед полковником Калинкиным. Ты должен быть завтра в 12, потому что я на даче. Уже на даче с Ланкиным, как ты понимаешь. А я вот не понял, говорили, что женщине в походе не помеха. А есть кто-то из женщин, которые готовы отправиться в поход с военкомом? Есть желающие? Так, а вас не пугают комары, там беглые дачники не пугают? Условия походные не пугают? Я думаю, что это достойно аплодисментов. Боец Наталья Дудкина к прохождению музыкальной службы прибыла. Доктор Оля. Песня о Оле Соколовой, которая работает реаниматором в полевом госпитале. Хорошо живет одна доктор Оля Соколова, ей квартира не тесна, и хлопот не полон рот. Даже сам главврач больницы любит Толю правослова, пятый год уже как любит. Только замуж не берет. Доктор Оля неспроста в ординаторской сегодня приготовит два бокала из богемского стекла. Да главврач ее, конечно, дома в праздник новогодний, но глядишь, на час заедет. Отовравшись про дела, он не молод и устал, у него большие дети, у него своя квартира и от Олиной ключи. Оля знает этот грех, ей на том зачтется свете, так и мама говорила. Нынче больше все молчит. Доктор Оля свет в ночи интенсивной терапии, что ты плачешь у окошка, будто счастье позади. Отгони дурные мысли, чтоб беду не торопили. Вытри слезы, доктор Оля. Он на свете не один, это ты у нас одна. И в палате номер 8, где ожог, сквозная рана и открытый перелом. Ветка елки, шар стеклянный, заходи. Мы очень просим, милый доктор, белый ангел, бесконечное тепло. Милый доктор, белый ангел, бесконечное тепло.
вечное тепло. Спасибо. Вы знаете, просто захотелось отправиться с вами в поход. Вы не против? Добро пожаловать. Суровые условия я вам обеспечу, комаров подгоню. Прекрасно. Аплодисменты. Браво! Аграфена Владимировна. Значит, Соколов, иди сюда. Я сейчас отходила на пару минут, пока ты тут наслаждался творчеством Натальи Дудкиной, и была в отделе кадров. Mm-hmm. Ну и что же вы там делали, Аграфена Владимировна? В отделе кадров мне сказали, что, в принципе, присутствующие на нашем собрании зрители поддержат меня, что в нашем заводе трудятся люди самых разных профессий. Безусловно. Ну а вы-то кто по рабочей профессии, Аграфена Владимировна? Я? Да, вы. Ну, я тут вот уже как 2 года авторскую песню обшучиваю. А так, в принципе, в свободное от авторской песни время в театре поигрываю. А кого вы там играете? Сумасшедших в основном. Вы знаете, мне кажется, роль сумасшедших вам очень как-то вот к лицу. И худрук тоже так считает, за что я ему благодарна. И директор? Не спрашивала. И, конечно же, зрители. Ну что ж, Соколов, все неплохо, неплохо. Ну что ж, возвращаясь к вопросу отдела кадров. Ведь у нас есть многостаночники, правильно? Есть, и есть такой многостаночник, который является самым старейшим сотрудником нашего завода по производству авторской песни и поэзии, завода «Чистая энергия». Это слесарь-инструментальщик, гравер, механик по обслуживанию ЭВМ, начальник пионерлагеря. Он да может он, все. Да, он вообще, он все, он супер, the best. Он the best. Валентин Иванович Вихарев! Встречайте! Замерз, пока ждал своего выхода. Я предлагаю провести производственную гимнастику. Я предлагаю вам, как... Кто у нас главный тренер по гимнастике? Я пока что, так. Валентин Иванович. Упражнение простенькое. Так. Встаешь, ноги на ширине. Мне уже страшно. Встаешь, ноги на ширине плеч. Я уже это делала сегодня. Так. Не сгибая колен. Микрофон отдай соседу. И ладошками стукаешь по сцене. Начали. Я так не смогу. Ну, мне не 18, я уже не та, что была еще вчера. Ну что делать, а мне 86. Аграфена Владимировна, может лучше я? Иди. Давай ты. Может я? Так а что делать-то? А что делать? Значит, Валентин Иванович сказал, ноги выпрямить, ноги на ширине плеч, колени не сгибаешь, микрофон даешь соседу, то бишь мне. О, сейчас будет. Опускаешь вниз, вниз, тяни, давай, давай, под вздох, я расслабь верхнюю губу, опусти. Как Валентин ладошки, Иванович сделал. Ладошки. Господи, Соколов, я не спрашиваю, сколько тебе лет. Можно так он... Годится. Зачет ага. Есть. Отлично. Тебе, да. тебе не сказали вставать. Вернись обратно в то же положение. Вы всегда были очень-очень жестоки ко мне, Аграфена Владимировна. Совершенно у меня дача в Ленинградской области. Недалеко от Луги. Есть такое у нас озеро великолепное, Красногорское. И вот там написано, весной была такая песня. У нас засилье соловьиное. Песня называется «Соловушка». Валерий помогает. Выйду за околицу, по лесу пройдусь, послушаю, как молятся соловушки за Русь. Моя надежда грешникам нерукотворный спас. Соловушка в орешнике молится за нас. Моя надежда грешникам нерукотворный спас. Соловушка в орешнике молится за нас.
пока он заливается, коленца выводя. Русь, братцы, не кончается, пусть что ни говоря. Невзгод и бед немерено, так нам ведь не впервой. Еще не все потеряно на Руси святой. Невзгод и бед немерено, так нам ведь не впервой. Еще не все потеряно на Руси святой. Дожди заморосили, гляди-ка, льет и льют. Все реже на Руси соловушки поют. Болит, болит головушка, ну как бы сохранить песенку соловушки, серебряную нить. Болит, болит головушка, ну как бы сохранить песенку соловушки, серебряную нить. Выйду за околицу и по лесу пройдусь. Спасибо. Спасибо вам, спасибо за песню и за мастер-класс. Отдельное спасибо. Ну что, Соколов, я думаю, что сейчас будет полезным еще раз поименно перечислить страны, потому что помимо Ланции, Александра Бали, у нас сегодня много на нашем собрании иностранных гостей. Поэтому я с радостью хотела бы сейчас перечислить страны, зарубежные страны, которые принимают участие в нашем творческом музыкальном собрании. Ну и я думаю, болельщики подтянулись за своих участников. У нас зрителей стало больше, поэтому вы можете смело поддерживать ту или иную страну, за которую вы болеете, потому что участники в этом году просто супер-мега-талантливые. Да просто можно аплодировать, потому что нас всех объединяет любовь и дружба, потому что действительно на нашем собрании сегодня собрались люди, которые хорошее настроение, которые чаще улыбаются, чем грустят. И в этом вы абсолютно правы. Итак, Испания. Spain. Казахстан. The Republic of Kazakhstan. Сербия. Сербия. Украина. Ukraine. Белоруссия. The Republic of Belarus. Армения. Армения. Венгрия. Hungary. Как здорово, у нас болеют за все страны. Это так важно. Это приятно. Ну что ж, и не менее бурными аплодисментами давайте поддерживать участников, российских участников. Это 24 города. И спасибо вам огромное, что многие из вас проделали огромный, тяжелый, непростой путь. И сегодня вы с нами. Итак, Балаково. Билибино. Волгодонск. Десногорск. Димитровград. Железногорск. Заречный. Пензенская область. И Заречный, и Свердловская область. Зеленогорск. Курчатов. Лесной. Нововоронеж. Новоуральск. Обнинск. Озерск. Полярные зори. Рославль. Саров. Север. Снежинск. Трехгорный. Удомля. Санкт-Петербург и Ленинградская область. Ну что ж, наше собрание начинает набирать обороты, и это приятно видеть, что действительно пустых мест в нашем актовом зале с каждой минутой становится все меньше и меньше. Товарищи, вы организованные, и вы меня радуете. Спасибо вам огромное. Ну что ж, Соколов, как ты думаешь, какое вообще заводское собрание может пройти без директора завода? Да никакое. Никакое собрание не может пройти без директора завода. Это понятно.
Дорогие друзья, вы сегодня так бурно аплодировали. Я вас уверена, абсолютно точно, что сейчас аплодисменты будут также такими же дружными и сплоченными. Итак, генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Евгеньевич Лихачев. Ladies and gentlemen, please welcome the General Director of State Corporation of the Atomic Energy «Росатом». Здравствуйте, бесценный, дорогой вы наш, наконец-то добрались. Алексей Евгеньевич, к микрофону, вам слово. Ну, в общем, сегодня такой день, что хочется не столько говорить, сколько слушать. Во-первых, я всех поздравляю с этим замечательным праздником. И огромное спасибо всем вам, всем нам, кто приехал сегодня сюда на этот праздник, настоящий праздник песни. Спасибо. Для меня авторская песня – это очень широкое понятие. Это, конечно же, песни наших мэтров. Это, конечно же, песни, рожденные в походах, рожденные в общежитиях студентами. Это и песни, которые придумали рок-гитаристы. Это то, что мы привозили из стройотрядов. Это то, что сочиняли перед КВНами. И я сегодня выступаю здесь, на этом собрании, за расширение тематики и углубление как можно более большего количества, что ли, тем, которые будут затронуты в нашем собрании, выражаясь казенным языком. Но если говорить попросту, я не мыслю себе своей жизни с самых-самых ее первых лет и, надеюсь, до сегодняшнего дня, до этой минуты, без того, что мы называем авторской песней. И огромное спасибо энтузиастам, которые это делают. Сделаю, как генеральный директор, все, чтобы было как можно больше выступающих на нашем собрании. Спасибо. Алексей Евгеньевич, вы впервые на Ю-235? Да, подождите, сейчас. Вот так, у меня чтобы было все. В этом году вообще все впервые в «Росатоме», это объяснимо. Но тут случай, когда я могу здесь одновременно представить сразу три города. Так. Я родился в Сарове, вырос в Нижнем Новгороде, работаю сейчас в Москве, поэтому я, в общем, свой. Так мы в этом не сомневались. А, Алексей Евгеньевич, тогда позвольте вам задать три профессиональных вопроса. Мы все знаем, что «Росатом» — это корпорация знаний, поэтому в ваших знаниях я ни на секунду не сомневаюсь. Соколов ко мне. Я готов, Аграфена Владимировна. Спина ровно. Итак. Какой частью тела атланты держат небо? Время пошло. Знаете, у меня они как-то через раз. Они держат то на каменных плечах, то на каменных руках. Я, надо у автора спросить, я до сих пор путаюсь, на чем именно они держат небо. Я вам могу так ответить. Вопрос правильный абсолютно. Ответ. Ответ правильный. И на руках, и на плечах. А вот по поводу автора, у вас будет эта возможность спросить у него лично на этой сцене, ну, минут так это через 5-7. Я уже догадываюсь, да. Вопрос второй. Косточку какого фрукта предлагал зарыть в теплую землю поэт? Время пошло. Так, Графен, сразу видно, что вы не из «Росатома». Потому что это не фрукт, а ягода. Так. Из нее делают вино. Мне нравится вот то, что... Вы мне тоже очень нравитесь. Вы сейчас журите. Мне все больше и больше нравится. И особенно мне нравится вот эта ваша фраза. Подходите ближе. Что я до сих пор не в «Росатоме». А, понял. Как это, Графен, поняла, как в известном... У меня даже тут с плече все упало. Ничего, мы поднимем. Спасибо. Я сама задам третий вопрос. По сценарию должен читать его ты. За какими природными явлениями стоит ехать, убегая от обиды и тоски? Ну, тут это уже обсуждали, как говорится, в первой части нашего собрания. За атмосферными явлениями, которые характеризуются наличием большого количества влаги в воздухе. То есть... А также наличие специфическим чувством, связанным со взвесью в воздухе частичек бореальных лесов. Да, все понял. Я думаю, это нужно внести в золотые скрижали. Алексей Евгеньевич, ну и поддерживая, так сказать, традицию нашего музыкально-инструментального собрания на заводе «Чистая энергия», от вас песня. Ну, продолжая традицию цитировать фильмы, я, в общем, пришел с кузнецом, точнее, с двумя. Поэтому я прошу их выйти на сцену.
шофером, то ли в тесном купе. Я мотаюсь по жизни, по великой стране. Позади километры оборванных струн, впереди миражи неопознанных лун. Еду, 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 еду я, реки, степи, горы и поля. Видел я вчера в твоих глазах шар воздушный, глобус в небесах. Посиделки с друзьями, мимолетный роман, не выбрасывай, мама, мой чемодан. Посижу я немного и снова пойду, ведь ну что-то ищу и никак не найду. Еду, 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 еду я, реки, степи, горы и поля. Шар воздушный мне подскажет путь, я к тебе приду когда-нибудь. Наплевать на погоду, коль исправен мотор, писать приговор. На моих золотых времени стекло, и я пялюсь сквозь ночь в лобовое стекло. Еду, 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 еду я, реки, степи, горы и поля. Дай мне на дорогу сигарет, чтобы сочинить еще куплет. Товарищи, товарищи, коллеги, все понимаю, рок-н-ролл делал такое, эх, еще одно, тогда что-нибудь бардовское, давайте. Разбросала косы русые берез, раскраснелись щеки сильного мороза. И на крыше тонкой ниточкой струится, значит, будут звезды виться в темноте январской. Браво! Это было комильфо. Ну что ж, Максим, если... Алексей Евгеньевич, куда вы, господа, подождите. Так, товарищи, я все понимаю, но я вас не отпускала со сцены. Останьтесь, прошу вас. Да, Андрей Владимирович, не уходите. Если Алексей Евгеньевич у нас директор завода «Чистая энергия», без «если», абсолютно...
то на каждом заводе есть конструктор. Безусловно, и у нас он есть, и его знают все, потому что он Александр Моисеевич Городницкий. Александр Моисеевич Городницкий. Генеральный конструктор завода «Чистая энергия» по производству авторской песни и поэзии. Александр Моисеевич, добрый вечер. Прошу к микрофону. Дорогие друзья, дорогой Алексей Евгеньевич, для меня большая честь уже неоднократно присутствовать в роли несвойственного мне генерального конструктора, а это тот человек, который отвечает потом за все, если что не так пойдет. Директор не тронут, а генеральный конструктор будет отвечать. Так вот я хочу сказать, что как самый старый, наверное, по возрасту здесь человек, человек питерский, блокадный, мне очень отрадно, что на многострадальной ленинградской, а я ленинградец, а не петербуржанин, потому что 33-го года рождения, потому что первые слова были папа и мама, а третий Ленинград, да еще и блокада. Я хочу сказать, что большое счастье, что этот светлый праздник новой энергии, которая не только может угрожать Земле, но и давать, когда мы все кончим с нефтью, со всеми другими делами, сланцами, новый энергетический век живет на этой Земле, поддерживаемая нашими авторскими песнями. Я счастлив, что это замечательное начинание, которое Сергей Владимирович начал здесь у вас, у нас, в Сосновом Бору, со славой продолжает Алексей Евгеньевич, его коллеги. Я надеюсь, что этот фестиваль, а ведь я, понимаете, я уже много лет, несколько десятков лет, я председатель жюри самого большого в мире фестиваля авторской песни на Волге, в памяти Валерия Грушина. И я вынужден отметить, как конструктор здешний, да, что там 60 тысяч человек, 200 тысяч человек, здесь поменьше. Но если взять КПД, то есть разделить число талантливых авторов, талантливых исполнителей на душу участников фестиваля, то, конечно, Росатом в огромном отрыве. Это первое. И второе, это было почему? Я вас с этим поздравляю. И завтрашний концерт это покажет, да? Да потому что люди эти со всей нашей России, они наиболее остро ощущают важность своей работы. Раз, небезопасность все иногда. Два, и поэтому это творческое начало, оно поддерживает, с одной стороны, атом, а с другой стороны, поддерживается этой новой энергией. Я поздравляю вас с четвертым замечательным фестивалем авторской песни и его открытием. Но я хочу пригласить на сцену своих коллег для того, чтобы нам завершить. Правильно, да? Александр Алексеевич, да, пожалуйста. А мне хотелось бы поправочку внести. Алексей Евгеньевич, позвольте. Пожалуйста. Рядом с Александром Алексеевичем, да. Все-таки почти за честь, да. Тем более вы можете у него спросить, на каких все-таки частях тела, кто там что держал. На плечах или на руках? Все-таки на плечах, не дай бог, если руки ослабнут. У меня-то на руках. И дай бог всегда на руках удерживать. На плечах будет уже поздно. Чего мы ему желаем. Господа, я предлагаю вам действительно сейчас официально открыть наш фестиваль ударом медных инструментов. Один, но громко и четко. И... Ура! Браво! Дорогие друзья, четвертый международный открытый фестиваль авторской песни и поэзии Ю-235 открыт! The first international open festival of author songs and poetry starting right now! Дорогие друзья, я прошу вас остаться на сцене, потому что сейчас эта сцена заполнится друзьями. Друзьями фестиваля, членами жюри, представителями оргкомитета. Мне кажется, что будет абсолютно сейчас символично, если
наш заводской духовой оркестр, а вернее, я скажу так, соло. Соло трубы у нас прозвучит на сцене. И звучит эта легендарная тема «Друзей» из кинофильма «Свой среди чужих, чужой среди своих». Музыка Артемьева. Трубач Сидоров, прошу к микрофону. Ближе к микрофону. Ближе, ближе. Ну что, мы приглашаем на эту сцену членов жюри нашего фестиваля. Вадим Егоров, Веста Солянина, Наталья Кучер, Валерий Чечет, Роман Ланкер, Джош Ланца, Александр Мирзаян, Марина Дмитриева, Александр Баль, Михаил Калинкин, Наталья Дудкина, Валентин Вихарев, член жюри, член оргкомитета Наталья Шурочкова, заместитель председателя оргкомитета фестиваля Андрей Полосин уже на сцене, директор фестиваля Александр Поважный, Александр Поважный, директор Ленинградской атомной станции Владимир Перегуда, сенатор от Ленинградской области Дмитрий Василенко. И на сцене председатель оргкомитета фестиваля, генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев. Друзья, мы все в сборе! Ура! Ура! Я хочу пригласить на эту сцену самую юную участницу нашего фестиваля, нашу гостью из неучтенной Франции Анню Контуш, 11 лет. Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны. Пеплом несмелым подернулись угли костра. Вот и окончилось все, расставаться пора. Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною, милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною. И где сложили палатки, кончен полет. Крылья расправил искатель разлук самолет. И потихонечку пятится трап от крыла. Вот действительно пропасть между нами легла. Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною, милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною. Не утешайте меня, мне слова не нужны. Не искать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг огня ожидают, представьте меня. Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною, милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною. Спасибо.
Все перекаты, да перекаты, послали бы их по адресу. На это место уже нету карты, плыву вперед по адресу. На это место уже нету карты, плыву вперед по адресу. А где-то бабы живут на свете, друзья сидят за водкою, владеют камни, владеют ветер моей дырявой лодкою. Владеют камни, владеют ветер моей дырявой лодкою. Борчу реке я, на утро выйду, на утро лето кончится. И подавать я не должен виду, что умирать не хочется. И подавать я не должен виду, что умирать не хочется. И если есть там с тобой кто-то, не стоит долго мучиться. Люблю тебя я до поворота, а дальше как получится. Люблю тебя я до поворота, а дальше как получится. Все перекаты, да перекаты, поставь бы их по адресу. На это место уже нету карты, плыву вперед по адресу. На это место уже нету карты, плыву вперед по адресу. Дорогие, дорогие, дорогие друзья, подождите, подождите, не расходитесь, не расходитесь, только начало, начало. У нас еще нет одного друга на сцене. Генеральный директор «Титан-2» Григорий Ногинский, где вы? Где? Это уникальный случай, коллеги, потому что это очень уникальный случай. И еще у нас Ленобласть, пожалуйста, к нам. Вы так хорошо там смотритесь, подходите к нам, смотритесь отсюда. Но раз Ленобласть, давайте. Не решается выйти на сцену... Мы что, зря налоги платим, что ли? Ах, вы вышли, вы большие молодцы. Но у нас сегодня тоже в зале есть гости нашего кинотеатрального цеха. Анатолий Кузнецов, где вы? Вот, я вас вижу. Здравствуйте! Пойдемте со мной. Здрасте, добрый вечер. О, наш лакей! Анатолий Кузнецов, артист Санкт-Петербурга. Анатолий Кузнецов. И холодно в груди, ступенем Эрмитажа, ты в сумерки приди, где без питья и хлеба, забытые в веках, атланты держат небо на каменных руках, атланты держат небо на каменных руках, держать его махину не мёд со стороны, напряженные к спины, колени сведены. Их тяжкая работа важней иных работ. Из них ослабнет кто-то, и небо упадет. Из них ослабнет кто-то, и небо упадет. Во тьме заплачут вдовы, повыгорят поля. И станет гриб лиловый, и кончится земля. А небо год от года все давит тяжелей. Дрожит оно от гуда ракетных кораблей, дрожит оно от гуда ракетных кораблей. Стоят они, ребята, точёные тела, поставлены когда-то, а смена не пришла. Их свет дневной не радует, им ночью не до сна.
их красоту снарядами уродует война. Их красоту снарядами уродует война. Стоят они навеки, упершил бы в беду. Не боги, человеки, привычные к труду. И жить еще надежде до той поры, пока атланты небо держат на каменных руках. Атланты небо держат на каменных руках. Изгиб гитары желтый ты обнимаешь нежно. Струна осколком эха пронзит тугую высь. Качнется купол неба большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Качнется купол неба большой и звездно-снежный. Так здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Как отблеск от заката костер меж сосен пляшет. Ты что пустишь, бродяга? А ну-ка улыбнись. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет. Так здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет. Так здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И все же с болью в горле мы тех сегодня вспомним, чьи имена, как раны, на сердце запеклись. Мечтами их и песнями мы каждый вздох наполним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Мечтами их и песнями мы каждый вздох наполним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Изгиб гитары желтой мы обнимешь нежно. Струна осколком эха пронзит тугую высь. Качнется угол неба большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Качнется купол неба большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Друзья мои, ну что, я еще раз всех... Всех поздравляю с открытием нашего фестиваля. И эти аплодисменты... Бурные овации! Звучат в адрес уважаемых членов жюри и оргкомитета. Браво! Спасибо вам! Но на этом, конечно же, фестивальный день не закончен, потому что дальше мы продолжаем посиделками... У кострища, где мы будем петь любимые песни, все вместе, дружно, хором. Друзья мои, завтра у нас впереди еще один очень насыщенный событиями, сюрпризами и творческими открытиями день. Завтра у нас 22 июля, мы проводим еще один отборочный тур, и вечером здесь, на этой сцене, мы вновь все соберемся, потому что у нас будет традиционный концерт, и, естественно, мы будем чествовать победителей 4-го международного открытого фестиваля авторской песни и поэзии Ю-235.
Действительно, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И мы ждем вас сегодня на посиделках и завтра на обширной программе дня. Также давайте дружить, давайте общаться, давайте прямо смотреть друг другу в глаза. Мы желаем вам всего самого-самого хорошего, любите музыку. Ну и, конечно же, приходите завтра на церемонию награждения нашего фестиваля. Спасибо, друзья мои, всем приятного вечера и аплодисменты наши вам, дорогой, уважаемый, открытый, прекрасный зритель. Спасибо, что вы были сегодня с нами. Спасибо вам, вы супер, браво! Ю-235 успешно открылся. Завтра конкурсантов ждет еще один отборочный тур, по итогам которого жюри вынесет свой вердикт и выберет победителей. Поэтому всех желающих ждем завтра здесь же, на турбазе «Чайка» в деревне Систопалкино. Спасибо большое, что смотрели нашу трансляцию. Всего доброго, до свидания. Спасибо.